И еще, как сделать так, чтобы казахстанцы лечились на родине, а не за рубежом? Этот вопрос был одним из главных на семинаре в Сеуле. В форуме приняли участие представители казахстанского Минздрава и центра ГЧП, а также руководители и менеджеры ведущих корейских клиник. По некоторым данным, наши соотечественники ежегодно тратят порядка 1 миллиарда долларов на медицинские услуги за границей. Самые популярные страны, где они предпочитают лечиться, это Южная Корея и Турция. Замглавы Республиканского центра развития здравоохранения Нурбол Кузимбаев рассказал, как это проблему намерен решить. По его словам, в нашей стране сейчас идет процесс обновления медицинской инфраструктуры. Для этого, в частности, привлекают зарубежные инвестиции, в том числе из Кореи. Он отметил, что Казахстан развивает менеджмент в сфере здравоохранения и перенимает опыт. Эти и другие вопросы представители казахстанского Минздрава готовы детально рассмотреть на международном форуме инвестиций, привлекаемых в медицину. Он пройдет в Казахстане 30 ноября. Могу сказать, допустим, что да, имеют сложности по получению разрешительной документации для работы корейских врачей в Республике Казахстан. Но Министерством здравоохранения в рамках проекта дерегулирования также предполагаются меры по снижению необъективных, необоснованных преград, барьеров для того, чтобы любой врач, квалифицированный, компетентный, мог работать на территории Казахстана. Были презентованы проекты в сфере здравоохранения. Это первое строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на Трисакой в городе Караганда, а также открытие чекап-центра в городе Кызылорда. Открытием чекап-центра планируется внедрение IT-системы, а также менеджмента управления центром.